Սա տիկնայք և պարոնայք հատված է Ռոբերտ Քոչարյանի 2005 թվականի ապրիլի 25-ին Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետ Էրդողանին գրված նամակի։ Уважаемый премьер-министр, я получил ваше письмо. Как два соседа, мы должны найти способы жить в гармонии. Именно поэтому мы с первого же дня раскрыли свои руки для налаживания отношений, для открытия границы, для начала диалога между народами двух стран. Эту часть письма Роберта Кочаряна премьер-министру Турецкой Республики Эрдогану от 25 апреля 2005 года процитировал член фракции «Мой шаг» Ваагн Алексанян во время своего выступления в Национальном собрании, касаясь обвинения оппозиции секретности в армяно-турецких отношениях. В своем выступлении провластный депутат призвал пройтись по архивам и убедиться, что об этом письме не было ни слова до августа 2011 года, когда его опубликовал сайт WikiLeaks. Что об этом знало армянское общество? Или что в это время делала парламентская оппозиция? АРФД сжигала турецкий флаг за день или два до письма Роберта Кочаряна от 25 апреля. Сказал Алексанян, спросив, какой информацией располагает АРФД об этом письме в сотрудничестве с Кочаряном. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.